но даже когда количество есть, очень даже впечатляет. Так вот, дальше, друзья мои, Константин после 313 года до 325 года значит, продолжалась эта легализация церквей. Порядка 100 этих союзов легализовалось. И вот Константин уже к 325 году, он посылает письмо к церквям. Это письмо открытое, письмо для всех служителей и для всех христиан. И в этом своем открытом письме Константин заявляет примерно следующее, что свобода, братья, что вы теперь как государственная религия, но тут же он пишет, а вот есть такие негодные евреи, они такие вот всякие, они воду мутят, и вам, христианам, необходимо просто показать, что мы не евреи, евреи не мы, и вообще между нами ничего не было и нет общего. То есть был открытым текстом такой посыл, открытым текстом такой заказ политический был обнародован, по сути. Это не было тайным посланием, это было открытым легальным посланием церквям, христианским, по всей Римской империи. И было написано, что эти евреи негодные, они такие сякие. И то, что Виктор Папа во втором столетии говорил, в начале IV Константин сказал, отныне да будет это для всех вас вот, законом, легализовавшихся вот, христиан. Давайте праздновать теперь воскресным днем, после уже 14-го Ниссана, чтобы мы никогда не были в той категории еврейской, чтобы мы не были похожими на евреев, даже по нашему празднеству. Друзья мои, шла речь не просто о праздниках, даже не сколько о празднике, здесь сама суть важна. Христианам предлагалось распрощаться со всеми своими еврейскими корнями. Христианам предлагалось просто-напросто рубить сук, на котором они сидели. И знаете что? Я вам скажу кое-что, друзья мои. Это, считаю, большой позор. Это даже не гитлеризм. Это еще хуже было. Это было тогда еще. Вот тогда, начало IV столетия. Ни один из епископов, легализовавшийся этой церкви, не опротестовал это письмо. Ни один из сотен епископов, больше 300 епископов присутствовало на соборе в 325 году. Ни один из них не вступился за евреев. Ни один из них не сказал, я не скажу, что они все были плохими людьми, нет, но я читал о некоторых из них, что это были уважаемые люди и много сделали добра и прочее, но при всей их порядочности, казалось бы, да, по отдельности, как у Задорного, да, он когда говорил там в какой-то юмореске, по отдельности мы все умные, как бы, а вместе да. Что интересно, по отдельности, многие из них, может быть, и порядочные люди были, по отдельности. Но когда они вместе сходились, никто из них не решился в защиту евреев что-то сказать даже. И больше того, они не решались о своих еврейских корнях даже упоминать. Из тех, кто был, он был тогда диаконом на соборе, он потом стал епископом, это был Афанасий Александрийский. Впоследствии лидер, как считается, и неформальный, и одно время формальный, лидер африканских христиан. Так вот, если то Афанасий, но опять-таки он не по поводу евреев, а вообще о этой ереси цезарепапизма, да, об этой рабской зависимости от государственных структур. Именно он забил тревогу, и как бы он написал Константину примерно следующее, что церковь, что государственная власть не вправе влазить во внутренние вопросы церкви, учения, администрации, хозяйства, финансов, прочее. То есть государство не имеет права контролировать эти внутренние вопросы церковные. И угадайте, что произошло. Сразу после этого письма Афанасий стал плохим, завели, как говорится, дело, его арестовали, в места не столь отдаленные, официально, конечно, по другому предлогу совсем. Тут же, и проверки, тут же всякие нашлись, проблемы, которые позволили просто арестовать этого епископа и отправить в места не столь отдаленные. Будучи в тюрьме, в ссылке, потом Афанасий остался непреклонным. А поводом послужила вообще, такая интересная вещь. Константин попросил, как бы, в мягкой форме перед тем, попросил Константина поставить некоторых братьев, которых он назвал там в письме своем, на главной должности в своей епархии. А некоторых братьев, которые вели образ жизни, может быть, явно не христианский, но, однако же, закрыты на глаза, и рукоположить их на священническое служение в церквях. Вот пусть они даже, может, их жизнь, она показывает, что они невозрожденные, но не беда. Главное, рукоположи ради меня. Император говорит, я попросил, это мои друзья, это, я их знаю, это люди, пусть они занимаются в церкви делами. По-свойски, К сожалению, другие епископы, многие епископы шли на поводу у Константина. Одного, другого, пятого, десятого, где-то там согрешает, где-то там, ничего же, все мы грешники, руку положили еще одного. Но Афанасий опротестовал это. И получил в ответ следующее. У нас в империи незаменимых людей нет. И все. Константин использовал эти интриги религиозные. Нашелся один брат, который хотел давно уже подсиживать Афанасия, хотел себя видеть во главе этой епархии большой, объединения африканского. Его, в общем-то, поставили епископом, и он уже во всем, как говорится, одобрял политику Константина и молодого римского тогдашнего государства Константинова, и, в общем-то, византийского, и рукополагал того, кого сказал император, и ставил туда, куда надо. А те, кто не соглашался с этим всем, их подальше, с глаз долой, на какие-то далекие там приходы, подальше от столицы, подальше от толпы, от людей, от влияния и прочее. То есть началась селекционная работа такая по выведению нового вида уже служителя. Как нам раньше говорили на лекциях в 1988 году, я помню, в семинаре образ советского пастора говорилось так. Сейчас впечатляет. Тогда тоже резало уши, конечно. Образ советского пастора, образ советского священника. Это надо было записать, конечно, да. Да, это было, было. Вообще до 91 года требовалось и сотрудничество в КГБ, чтобы учиться на очном отделении, по крайней мере, надо было это сделать. Была прямая зависимость от государственных структур. Но ничего, друзья мои, живы будем, да? Потому что жив Господь. И вот тогда Афанасий, я не помню сколько раз, но... то арестовывали его, то отпускали снова на свободу, то снова арестовывали. Раз 5 или 6, наверное, он был точно в местах лишения свободы. И до конца дней, слава Богу, в этом вопросе, по крайней мере, он остался на принципиально таких именно позициях своих, что государство не имеет права вмешиваться во внутренние вопросы церковные. Но, к сожалению, таких, как Афанасий, было немного. В основном, в общем-то, беспринципность часто очень господствовала там, в церковных кругах. Кстати, Афанасию приписывают еще так называемый афанасьевский символ веры. Хотя реально... Он говорит? Алло. Хотя реально, сегодня утверждается уже историками, что не мог Афанасий его составить, а он был составлен спустя 1 или даже 2 столетия после уже Афанасия, но его имя использовалось для того, чтобы, придать этому символу веры особую значимость такую, что ли, особого рода значимость. Это история афанасьевского символа веры, так называемого. Так вот, и антисемитизм развивался в церкви, особенно те далекие столетия, из